На муниципальном этапе традиционных краевых спортивных игр «Спорт против наркотиков» победили команды из 29-й школы и 1-го лицея. Они и защищали честь Славянского района на зональном этапе соревнований. Пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры молодежи – вот цель этих престижных игр. В спортивную школу «Олимпиец» приехали представители 6 муниципалитетов, 2 возрастных групп, чтобы выяснить, кто станет лидером. Во время торжественного открытия юным спортсменам пожелали честной борьбы и новых спортивных побед. Перед ними выступила хореографическая студия «Млечный путь» из станицы Анастасиевской. Соревнования начались сразу в 2 видах – в дартсе и в прыжках через скакалку. Набрать максимальное количество очков в дартсе не так и просто. Нужно иметь острый глаз и меткую руку. А чтобы прыгать целой группой через скакалку, четко, быстро и без сбоев, нужно приложить немало сил. Славянские спортсмены хорошо подготовились к состязаниям и, веря в успех, были настроены очень решительно. С самого детства дружу с физкультурой и спортом, хожу на волейбол. И эти соревнования очень важные для меня, они интересные. Мы с командой лицея очень дружные и выступим достойно сегодня. Мы все этапы соревнований прошли и надеюсь, что мы не подведем нашего тренера. Готовились очень хорошо к этим соревнованиям и мы всех победим, так же, как и победили в нашем Славянском районе. И будем его представлять в финале. Но и соперники славянцев не собирались уступать лидерство без спортивной борьбы. Уже на первом этапе в прыжках со скакалкой, а затем и в дартсе, юные славянцы, действуя четко и слаженно, сделали серьезную заявку на победу. Многое решала комбинированная эстафета, где торжествовали слаженность действий и командный дух. Отлично выступив в эстафете, славянцы заняли 1-е место в 2 возрастных категориях. Призовые места были у ребят из Абинского, Темрюкского и Крымского районов. Радостные эмоции переполняли спортсменов, получивших золотые медали победителей зонального этапа соревнований. Я очень рад, что мы выиграли. Мы во всех дисциплинах заняли 1-е место, потому что у нас лучшая школа, лучшие учителя. И нас воспитывают с 1-го класса все делать. Я думаю, мы добились этого слаженно работая, тренируясь. Я занимаюсь волейболом, баскетболом и плаванием. Физкультуру мы все очень любим, и поэтому добились таких хороших результатов. Я очень рад. Я очень рад нашей победе. Спасибо за поздравления. Мы очень много тренировались и очень ждали 1-е место, и, к счастью, мы его взяли. Теперь славянские команды выступят в финале соревнований «Спорт против наркотиков». Пожелаем успеха нашим спортсменам. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».